Привет, мальчики и девочки. У меня сегодня морской аутфит. Опять же, вся в Хлориду Ялтона. Ну и поговорим на морскую тематику. Но не ждите от меня сегодня рыбы. Ничего такого не будет. А будем делать с вами странные макарон по-флотски. Да. Ой, у меня тут волшебство опять. Смотрите, что химические процессы. Я тут натопила скварчик. Сейчас я их уберу. Ну, можете отдать своим котикам, зайчикам. Я своему пути разрешу, хотя любит собака такая. Вот это дело. Некоторые мужчины прям уважат. Видно, у них силуха в шкварке уходит. Или наоборот приходит. Не знаю, что. Тут у меня уже макарон плавает. Вот еще чуть-чуть. Макарон в этот раз у меня алтайская сказка. Ничего так. Ну как у них нормально. Так как у нас уже жирок-то есть, опускаем теперь мелко нарубленный лучок. Сейчас он у нас зазолотится, задухорится. И будем дальше приступать к следующему процессу. Опускание туда мясных мышц перемолотых. Ну, которые в народе-то фарш называется. Вот сейчас процесс пошел у меня уже. Да, девчонки, когда будете вот эту вот мужскую силу-то делать, присаливайте, а то будет брызг. Потом кухню чай не отмоете, я уж не успела, Аника. Анонс хочу вам показать. Смотрите, что у меня есть. О, что у меня мужик-то делал. Ой, как люблю я его. Вот красота. Перчик, чесночок. Обещал, говорит, я перемолю и на бутерброд. Ой, красота. Но это потом сегодня не будем делать. Не знаю, что. По настроению. Бессонница, если замучиться, сделаем. Я вот уже и кашлять что-то начала. Свинячий гриб что-то не отходит у нас. Никак. Ну вот, а. Сейчас ждем, пока золотистый цвет приобретет. Да? И будет красота. Макарон скоро сливать буду. Тоже процесс сложный, но осторожный. Вон как свою кусовицу промывали в холодной воде, дураки. Ой. Ну, ждем, ждем. И потом смотрим, что у нас получается. Да. Выключаюсь пока. Так вот, девочки, мальчики. Приобрел у нас лук положенный золотистый цвет. Ну да. Так надо. И теперь, когда он такой уже золотистый, вы время-то не упустите, чтоб не перегорел, как у меня сейчас может. И упускайте туда граммов 300 фарша. Ну, 250. Ну, я делал на глаз, что-то висит не взяла сегодня. Простите, что ли? И начинайте интенсивно перемешивать. Вот пока я тут занимаюсь всякой ерундой. Смотрите, макарошки у меня отварились. Кусок масла положил, чтобы было так доброе, сливочное. Нет ничего лучше сочетания макароны со сливочным маслом. Да, девчонки, если денег-то у вас совсем не будет, что у нас кризис, он Путин все-таки похудел. Положите сюда яичко и скажите, что это у вас новое итальянское блюдо. Да, так нормально будет. Гарантирую. Ну, вот пускай там. Запашки-то уже пошли. Отлично. Чуть-чуть расскажу вам историю. Если придете в какой-нибудь ресторан, хочется, нет? Кафе какое, мафе. И вам предложат в комплексном обеде блюд по-флотски. Задайте официанту вопрос. Что это за блюдо только? Я уверен, сто пудов не ответит. Начнет придумать, английские моряки ехали, долго мясо пропадало, макароны были, бляха-муха, какие мы английские моряки, какие макароны пропадали. Ничего подобного не было. Макароны по-флотски, по сути дела, итальянское блюдо. Но наша общепитная промышленность, она уж хитрая. Дело было так. Экономить надо, домой, так сказать, съемки надо. Что-нибудь там еще внукам
сыновьям, невесткам, золовкам. Так сказать, надо? Надо. И что это делают обшипиты? Они обычно мясо из супа, суп из мяса. Ну, почти как я. Правда, я там не работала, но я и заприметила. А что еще проще? Отварить макарон дешевых, дешманских, как сегодня говорят. Сделать мясо, вынуть из супа и прокрутить его на мясорубке. Поэтому тут со мной спорили, что типа, что макароны по-флотски, что макароны с тушенкой. Это одинаково. Не верьте, неправильно, это не одинаково. Макарон по-флотски это отдельное, советское. Да-да, не удивляйтесь, как скажешь, Симонов-то. Ой, про Симонова забыл вам рассказать. Бой-то был какой. Ой, распиздая. Ой, не буду молгаться, матом скажет, я неприличная. В общем, все об этом знают. Ну как? У Симонова-то вот коленка заболела, я прям переживала. Так вот что, макароны по-флотски продолжают увлекать всю тему, дура старая. Чем они хороши были для промышленности обшипитной? Отварил мясо, прокрутил через машину, жило, мыло туда. Вот сиськи, колбаса, получилось. Хлоп ее на сковородку. Хлоп туда какой-нибудь фигни, вот тип моей комбижиры. Не, ну у меня тут все натурально, вы ничего не подумайте. И хвальнули туда в макурошки. Все, макарон по-флотски отдельно, самостоятельно вкусное блюдо. Некоторые рестораны тоже умудряются. Да я думать не знают, что мы такие не дураки. Но вообще дети очень любят. Если туда будет тахануть какой-нибудь соус томатного, а сверху сыром затрете, можете сказать гостям, это у меня макароны болонез. Или какой-нибудь там еще итальянское какое-нибудь блюдо придумайте, Карузо послушайте. Там у него всяких слов полно. Мио дольче. До 80-е тоже пели всякую ерунду. И вот у вас будет макарон по-флотски. Никакие койки, никакие там моряки ничего не придумывали. Все это наша советская промышленность общепитная. Вот сейчас я хорошенечко приправками с вами. И красота для духаристов типа. Лаврушки тебя не кладите, как я обычно все время везде ее пихаю. Чеснока тоже не надо. Хотите, подайте его отдельно в кетчуп, хотите сюда вонить. Ну, я вам говорю, болонез тогда получится. Болонез. Так что моя морская тематика, она сегодня такая, чуть-чуть усредненная. Фарш только девки не обжаривайте, мальчишки. Потому что иначе он у вас в камень превратит, будет невкусный. Очень экономичное блюдо, очень питательное. А что стало на сальто жарить? Мой меня замучил, говорит, ты что, совсем офигела? Какие-то супы, вот помните, этот больше чернослив варил. Ой, ругался. Говорит, опять на диету села старая. Ну а что, золото, надо подтягивать. Все, короче, готово, девчонка, мальчишки. Прям 5 сек. И уже у нас с вами аутентичные макароны по-флотски готовы. Ничего здесь сложного нету. Ну, я знаю, что вы у меня все умельцы, умеете это делать. А покажу тем, которые дурехом все по ресторану ходят, да по столовым. На работах у нас особенно первое время. Оу, пошли в столовую. Че, что, пошли в столовую. Скоро столовая на них узолотит. Вот. Все готово. И перекидываем туда легким движениями руки. Макароны превращаются в новое блюдо по-флотски. Можете начинку-то и сэкономить куда-нибудь, сами слопать ночью. Неважно. Правду говорю, вот перцу нанюхалась. Ой, господи, прости меня, старую. На! О, хорошо. Прочистились худые у меня. Инфекцию разношу по всему интернету. Вирусно. Ой, какой запашок уже пошел. Все, у меня терпежа-то больше нет. Я уже ждать-то более не могу. Не знаю, как вы. Выключаем все это хозяйство. И теперь берете интенсивно так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хип-хоп танцуете. Все перемешиваете. Вот красота.
Ой, какая красота. Красотища. Так что аутфит смотрит, я как всегда. Привет, спасибо за напоминание. Ой, отличное блюдо. Пойду своих кормить. Короче, привет вам всем. В эфир обратно помните, никогда плохого не посоветовать. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Что хотите, ставьте, комментируйте. А как вы делаете? Мне же тоже интересно, я же любопытно. И да, прибудет с вами сила советского общепита. Пока-пока. Чмоки-чмоки.